Всем здрасте. Подписывайтесь, ставьте лайки. И я вам сейчас кое-что расскажу, чтобы, если вы хотите очень умными быть и здоровыми, надо вам правильно питаться. Как я питаюсь, ну, просто один день сейчас такой пройдет. Ну, надеюсь, такие подарки тоже маме пройдут. Я буду есть один белок, только яйца. Ну, я, конечно, не люблю яйца, но потерплю немного терпения у мужчин есть же. Поэтому я буду морковки, яйца, есть мясо, фрукты полезные, никаких конфет. И что? Я буду есть хлеб, мясо там. А, я же рассказывал. Ну, я еще не люблю помидоры, но буду есть тоже. И эти огурчики, ну, я так себе люблю. Я буду, ну, короче, все полезные фрукты есть. И овощи полезные. И кабачки. До свидания.